Привет всем! Меня зовут Саша Подосиновик, я скетчер, иллюстратор и преподаватель в школе рисования в Санкт-Петербурге «Клевер Студия». Я веду курсы скетчинга маркерами, и сегодня мы с вами в гостях у компании «Скетчмаркер» порисуем сегодня с вами на стаканчике, вот на таком кофейном. Вот это будет наш референс. Никто ничего заранее не готовил, мы специально референс заранее не выкладывали, чтобы все было максимально спонтанно, максимально быстро. Вот. Значит, смотрите, нам понадобится стакан, желательно без всяких рисунков, карандашик для того, чтобы наметить примерно, где у нас будет рисунок находиться на стаканчике, линер, у нас вот есть линер 0.1 и 0.2, скетчмаркер, ну, посмотрим, какой из них нам понадобится, и вот примерная выкраска оттенков, которые нам понадобятся. Мы сегодня рисуем, естественно, маркерами скетчмаркер. Я обычно рисую наконечником кисть, мне он наиболее удобен, вот такой. Вы можете рисовать абсолютно любым наконечником, какой у вас есть или каким вы хотите. Вот. Ну, единственное только, поскольку формат такой у нас сегодня маленький, да, лучше, конечно, наверное, не очень будет удобно рисовать наконечником долото. Поэтому либо берите пулю, либо кисть. Итак, я сейчас объясню, как мы будем работать сегодня с референсом. У нас здесь несколько домиков. Мы закомпонуем их в такую ленточку, как бы бесконечную, да, мы как раз специально выбрали такой референс. Выкинем отсюда все детали, которые дополнительно как бы будут усложнять нам, да, работу. Значит, мы не будем рисовать машины, не будем рисовать столбы, мы будем рисовать только домики, ну и небо, да. То есть у нас будет примерно вот наполовину стаканчика будут эти домики. Ну и давайте, так, референс находится в сторис скетчмаркер и в сторис в моем профиле Саша Подосиновик. В общем, кому как удобно, там смотрите. Значит, давайте начинать работу. Наметим себе примерно. Я, честно говоря, первый раз рисую на стаканчике, поэтому у меня может немножко криво получиться, но зато будет максимальный эффект присутствия. Мы с вами наравне. Так, намечаем примерно, докуда будут у нас домики. И они у нас все примерно одинаковой высоты, поэтому разметим. Так, наметим примерно, где они будут заканчиваться. А, и еще смотрите, в чем специфика такая небольшая. Стаканчик сужается к низу, да, поэтому у нас будут такие домики, которые расширяются кверху. Учитывайте это, да, то есть если вы будете проводить прям прямые линии, то у вас просто съедет это все дело. Вот, немножечко сужайте как бы эти домики к низу. Так, я начала отмечать ширину с вот этого вот самого яркого оранжевого домика. Вы можете абсолютно с любого начинать. Ну и вот у меня тут помещается как бы 5 домиков, ну, один будет какой-нибудь совсем выдуманный. Я беру для начала, попробуем линером 0.1, то есть тоненьким. Вот, вам советую брать тоже линер 0.1, 0.2, можно даже 0.05, если у вас совсем маленький стаканчик. И давайте будем начинать. Я потеряла с какого домика. Ну ладно. Значит, начнем. Давайте вот с этого самого широкого, такого персикового цвета домика. Отметим, где проходит. Вот эта линия, которая отделяет крышу, ну, условно крышу, да, то есть вот эту линию я сейчас намечаю. Смотрите, если вы не привыкли работать без подробного карандашного рисунка, то вот мы специально, да, наметили границы домиков карандашом, да, а остальное уже сразу делаем линером. По какой, ну, как бы, по какой логике я все это делаю? Для начала я размечаю основные какие-то, ну, как сказать, основные какие-то моменты, которые дробят пространство, чтобы мне потом было проще вписывать мелкие детали.
То есть сначала я намечаю линии, которые разграничивают этажи. Здесь как раз домик в этом плане удобен, там прям действительно линии это. Так, и... Ну и, смотрите, я привыкла подробно работать с контуром, а цвет... как бы делать, цвету уделять чуть меньше внимания, да, то есть я сначала много времени трачу на контур, а потом уже поменьше времени трачу на то, чтобы добавить в рисунок цвет. Поэтому если вы привыкли начинать с цвета, да, то есть сначала заливать цветовые пятна, а уже потом делать контур, вы можете сегодня либо, ну, как бы следовать моему методу, да, для разнообразия, либо делать так, как вы привыкли, как вам нравится. Вот, ну, тогда просто пятнышками отмечайте, если хотите. Основные какие-то заливки пятнами делайте цветовыми, а потом уже добавляйте контур. Ну и смотрите, как вы видите, у меня получаются не идеально прямые линии. Я по этому поводу обычно не парюсь. Во-первых, когда мы добавим цвет, будет гораздо все, ну, как сказать... В общем, вся эта неровность, она не будет бросаться в глаза. Вот, ну и плюс это же скетч, еще это к тому же и стакан. Не идеально подходящая для рисования поверхность, по сути дела. Вот, поэтому можно не волноваться из-за того, что у вас получается что-то не идеально ровно. Сейчас загогулины вот эти пририсуем сбоку здесь. И смотрите, поскольку ну, у нас такая, можно сказать, стилизация... Да, на стаканчике мы не будем сейчас в реализм уходить. Вот эти всякие перспективные сокращения, их можно отбросить, да, то есть мы рисуем сейчас только фасады домиков. Если у вас появляются какие-то вопросы, то вы можете задавать, мне ваши вопросы передадут, я на них постараюсь подробно ответить. И, кстати, смотрите, вот эти домики, это, если я правильно помню, Гданьск. Вот эти домики, они, на самом деле, идеально подходят в тему нашего марафона, который сейчас у нас идет совместный. Архитектура разных стран. Там как раз первая тема — это европейская архитектура. Вот можете присоединиться, тоже поучаствовать. Сегодня уже выложим вторую тему. Так. Давайте сразу здесь сделаем окошки. Когда вы рисуете архитектуру, смотрите, главное, чтобы вы попали в пропорции, да, то есть если это прямоугольное окошко, оно должно быть прямоугольным, да, то есть оно не должно стать квадратным. Если, соответственно, это, ну, квадратное окошко, да, то сделайте его квадратным, потому что вот эти все, ну, как сказать, некоторое своеобразие форм, да, есть у разных стран, допустим, северные какие-то окна, да, они как бы, как правило, такие более вытянутые, потому что солнца мало, и надо, чтобы побольше солнца попадало. То есть это может быть характерной чертой, которую лучше бы передать, чтобы считывалась лучше локация. Если в случае с какими-то более южными странами, да, эти окошки могут быть более квадратными. Что такое? Все, мне тут начали записывать внезапно. Так, смотрите, здесь у меня получилась довольно узенькая полоска вот этого третьего этажа. Ну, ничего страшного, сделаем просто окошки немножко по-другому, да, то есть мы их воткнем сюда прямо сразу в эту полоску. А, и смотрите еще, какая фишка. Когда вы рисуете какой-то вот такой вот домик, да, у которого куча окон, дверей, куча этажей и всего такого прочего, если вдруг из, ну, условно говоря, там, 10 окон на этаже у вас влезло 8, ничего страшного. Главное, чтобы не получилось так, что у вас из 10 окон влезло 2. Вот это будет немножко, как бы, странновато, да, то есть тут явно будет читаться, что вы не попали в пропорцию. Вот, а если у вас не влезает, там, одно, например, да, или два,
из 10. Ну, ничего страшного. Можно по этому поводу не париться. И смотрите, поскольку у нас сейчас тонкий линер, можно не переживать, если вы вдруг залезли им куда-то, ну, я не знаю, вылезла куда-то линия, да, не совсем аккуратно. Тем более в таком формате мы рисуем, что здесь довольно тяжело прям очень-очень аккуратно работать. Опять же, не переживайте цветом, когда вы будете работать, это все дело перекроется и будет все смотреться немножко по-другому. Я сейчас начала рисовать нижний этаж, но, по сути дела, можно было рисовать и вот этот этаж. Мне просто надоело одинаковые окошки рисовать, я решила немного разнообразить. Я не очень хорошо вижу, что там происходит с дверью, но вот как бы предположу, что там какая-то такая ситуация. Так, рядом окошки. Опять же, из-за того, что на референсе машинами перекрыта немножко нижняя часть зданий, я не могу разобрать точно, что там происходит, да, поэтому я немного здесь как бы добавлю своей фантазии, да, то есть я примерно предположу, что там происходит, и нарисую так, как мне кажется. И средний этаж. Здесь, смотрите, на третьем и втором этаже дома окошки находятся четко друг под другом. Да, то есть их вот здесь лучше, чтобы они не плясали, да, надо рисовать окошки здесь упорядоченно. На это обращайте внимание, иначе получится немножко странно. Странно будет выглядеть немного, если не попасть. Так, один домик готов. Теперь будем рисовать следующий, зелененький, который находится... какая-то сторона-то справа. Так. Я нарисую сначала горизонтальную линию, потому что там где-то чуть уже, да, верхняя какая-то часть... Где-то нижняя пошире. Вот. Так, дальше. Вот этот второй слой, который чуть поуже. Не слой, а как это назвать, я не знаю. Так. Смотрите, поскольку стаканчик круглый, да, если вы рисуете вот так, как я, смотрите с этой, как бы с этого края, да, и ведете прямую линию, вот вы рискуете немножечко, как получилось и у меня, да, здесь чуть поменьше расстояние, чем тут. Ну, ничего страшного в этом нету, можно просто подправить и все. И смотрите, поскольку у меня получился по пропорциям, чуть-чуть домики получились как бы чуть более низкие, чем на референсе, я вот эту вот, ну, как сказать, вот эти вот полоски, которые внизу здесь, да, между ними есть расстояние, у меня они прям подряд идут. Вот, то есть вы можете немножечко менять действительность, в зависимости от того, насколько у вас, ну, в зависимости от того, как у вас получается работать с референсом. Ничего, опять же, кошмарного не произойдет, если вы немножечко
сделайте не так, как в реальности. Опять же, здесь я не вижу нижнюю часть дома, поэтому я, ну, не знаю, предположу, что тут какая-то дверь. Нарисуем ручечки, чтобы было видно, что это дверь. А здесь по бокам будут окошки у меня. Ой. Смотрите, если я даже вижу какие-то совсем мелкие детали, там вот что-то возле этого окошка на стене, вот здесь какая-то точечка. В таком формате вот эти детали прорисовать достаточно проблематично. Поэтому я их просто отбрасываю. Так, значит, здесь окошки. Второй этаж окошек. Опять же, смотрите, да, чтобы они были расположены друг над другом. Смотрите, несмотря на маленький масштаб рисунка, я прорисовываю вот эти рамы внешние, потому что если их не прорисовать, будет, ну, совсем как-то схематично, и я предпочитаю лучше чуть более детализированный сделать контур, чем оставить ну, совсем какие-то лысые такие штуки. Так, здесь, смотрите, окошки сдвинуты ближе друг к другу, да, то есть они уже... не на том же уровне, что на нижних этажах. Так, верхний. Я нарисую сразу здесь окошко. Чтобы видеть, где середина. Так, и опять загогулины тут по бокам. Они такие более, как это сказать-то, более круто изогнутые, чем вот на этом домике. Да? Ну, я тут даже немножко утрировала вот этот изгиб, но... Так. Примерно так. И с другой стороны тоже. Так, давайте пририсуем тут еще одну. Так, второй дом готов. Теперь оранжевый, яркий. Опять же, я начинаю с границы крыши, чтобы мне потом удобнее было.
провожу линию вниз. Так. Так. Теперь давайте рисовать нижний этаж. Там вот здесь вот в этом месте какая-то арка или что-то такое, или это какое-то такое обрамление двери. Ну, нарисуем, сделаем вид, что это арка. Нарисуем там арку. Так. Я тут сразу прорисую вот эти каменные, как это назвать, расположение, короче говоря, камней, из которых эта арка сделана. А внутри я ничего прорисовывать не буду, потому что там совсем не видно, что происходит. Ну, просто сделаем там, затемним там просто, чтобы была иллюзия глубины пространства. Так, и здесь окошки. Так, теперь вот тут. Обратите внимание, что здесь над аркой такие как бы сдвоенные окошки, да, а дальше по отдельности. Вот их сейчас со сдвоенных этих начнем. Так. Здесь. Я намеренно не рисую вот эти горизонтальные плетения рамы, потому что они очень-очень тонкие, их можно просто потом белой ручкой будет отметить, или белым маркером, ну, у кого что. Потому что в таком формате оставлять их как бы белыми, оставлять их белыми сразу не получится, потому что очень уж очень они тонкие. Так, и здесь. Еще одна пара окошек. Так, теперь давайте будем рисовать крышу. Опять же, поскольку у нас такая стилизованная получается штука, да, мы не уходим в реализм, перспективные все сокращения у крыши мы отбросим, да, то есть мы просто нарисуем, как будто она перед нами, ну, такая, во фронтальном виде, то есть четко во фронтальном виде. Я начну вот с этой, как это сказать, башенки. Окошки сразу здесь нарисуем. Так, дальше давайте нарисуем вот эти элементы с окошками. Так.
мечети. Немножко у меня выходит кривовато, но ничего страшного. Потом либо подправим, когда цвет будем накладывать, либо оставим так. Так. Ну, я немножечко здесь упрощу вот эти штучки на крыше. Потому что мне не вполне понятно, как они там в реальности... ну, конструктивно, как они вообще там выглядят. Поэтому у меня будет вот так. Из как бы двух элементов они будут состоять. Так. И вот эти полукруглые окошки чердачные. Так, дальше желтенький домик. Такой он прям ажурный. Так, с чего бы начать тут? Здесь какой-то круглый, на первом этаже какой-то то ли логотип, то ли что. Ну, нарисуем тут просто кругляшок такой. Окошко под ним. Оно с какой-то такой рамой фигурной. Так, здесь то ли дверь, то ли арка, но сделаем это... Сделаем из этого дверь. Опять же, я не вижу точно, что там, как там конструктивно все это выглядит, поэтому я просто из головы нарисую такую дверь здесь. Так, дальше здесь, смотрите, да, внизу два элемента, да, одно окошко и одна дверка, а дальше уже по три, вот в этих двух этажах по три окошка. Ну, я тут уже поясняю меньше, просто потому что мы делаем уже четвертый домик одно и то же, по сути дела. Следующий этаж. Так, смотрите, здесь такая, как это назвать-то, в общем, декоративная отделка, которая, так, как бы ее сделать, смотрите, там 4 элемента, давайте вот эти арочки нарисуем, и потом будем прорисовывать уже окошки. Если вы немножко не попали по масштабу, да, то есть если, например, вместо 4 арочек у вас по какой-то причине получилось 3, или вот как у меня одна пошире, чем другие, ну и ничего страшного. Так, окошки.
Так, смотрите, над центральными двумя арочками еще есть второй, как это сказать, уровень арочек, который тоже прорисуем. Так. И здесь, смотрите, маленькие такие кругленькие окошки. Башенка. Как-то так она там выглядит. Так, и вот у нас остался один еще домик, которого на референсе нету. Давайте за основу возьмем расположение окошек и этажей вот у этого красного дома. У меня тут шов стаканчика. Если у вас тоже что-то попало на шов стаканчика, будьте аккуратнее, да, то есть не ведите сплошную, ну, то есть как бы прерывайте линию на шве, потому что иначе у вас, скорее всего, куда-нибудь соскочит, потому что бумага такая достаточно, ну, какая-то вощеная или что-то в этом духе. Может линия соскользнуть, и будет у вас какая-нибудь совсем кривая линия, которую не хотелось бы видеть в своем рисунке. Так, ну, сделаем тут какую-то дверь. Там какая-то вывеска, по-моему. Давайте нарисуем прямо ее вот такую прямоугольную, здесь какие-нибудь окошки. Давайте теперь определимся с тем, что происходит на как бы верхней части домика. Ой, тут немножко получится. Там какие-то у этого красного домика совсем ажурные вот эти вот загогулины. Я их немножко упрощу. И здесь пускай будет совсем узенькая. Чего бы тут нарисовать сверху, я уже даже не знаю. Давайте сделаем такую треугольную, пускай будет крыша.
Вряд ли кто-то осудит нас за неточность. Так. Ну и давайте делать теперь окошки. Здесь я сделаю два для разнообразия вместо трех. Так, на этом ярусе там какие-то ромбики какие-то. Ну, по центру будет пускай у нас обычное прямоугольное окошко. А здесь маленькие ромбики. Ну и тут пускай будет одно. Так, линейный рисунок готов. То есть у нас получилась бесконечная ленточка домов. Давайте сотрем карандашные линии, чтобы они не мешали. Можно сделать обычной стеркой, можно клячкой, как хотите. Кому, у кого что есть под рукой, у кому что удобно. Единственное только что, смотрите, когда рисуете маркерами... Ну, как бы в чем специфика, да? Маркерная бумага, она очень гладкая, и за счет этого на нее хорошо ложатся маркеры. Если вы возьмете очень твердую стерку и начнете ей прямо тереть, то вы рискуете повредить бумагу. Поэтому я советую работать клячкой. Либо очень мягкой какой-нибудь стеркой. Стряхнем от пыли. Так, и теперь давайте приступать к работе с цветом. Ну, давайте начнем, я не знаю, с зеленого домика. Смотрите, несмотря на то, что домики здесь все очень яркие, начинаем всегда с маркерами работать с очень светлых цветов, потому что если вы сразу туда нафигачите каких-то очень ярких, насыщенных оттенков, вам будет просто некуда уплотнять тон, да, то есть начинаем всегда с самого светлого, а потом уже постепенно добавляем туда, если надо. Я начну с зеленого домика, сейчас бы мне еще найти, вот он. Значит, я беру светлый зеленый и начинаю просто прокрашивать. Это оттенок G64. Вы можете взять какой-то похожий. На самом деле, поскольку маркер — это такой материал, где, ну, попасть прям точно в цвет, как на натуре, довольно сложно, да, ну, либо надо с собой носить, я не знаю, 500 тысяч маркеров, чтобы ко всему быть готовым, да, поскольку попасть идеально оттенок в оттенок довольно сложно, вы можете просто, ну, скажем так, за основу взять цветовую гамму, которую вы видите на референсе, да, и подбирать что-то похожее, более или менее. Да, то есть какой-нибудь зеленый, не обязательно такой зеленый, как тут. Даже у меня, смотрите, он отличается. Да? На референсе он такой достаточно холодный оттенок, у меня потеплее. Можете вообще взять какие-то совершенно другие цвета. Да? То есть не нравится вам вот этот вот ядрено-оранжевый, там ядрено-красный, зеленый. Да? Хотите вы, я не знаю, сделать какой-нибудь зефирный городок, да? Там, где будет розовый, я не знаю, сиреневый и так далее. Ну и вперед. Берите такие оттенки маркеров, которые вам нравятся. Главное соблюсти тоновую, как это сказать, тоновую глубину, да, то есть показать, где тень, где свет и так далее. Так, и нижний ярус я сделаю сразу поярче. Это G31. Вот он такой, видите, более травянистый.
Да, смотрите, кстати, рисовать можно любым наконечником. Да, я рисую наконечником кисть, потому что он, ну, на мой взгляд, наиболее универсальный, да, то есть им можно делать как такую точечную какую-то детализацию, так и сразу делать большие заливки. Но большие заливки нам сейчас особо ни к чему, вот, но тем не менее. Я рисую, ну, практически всегда наконечником кисть, потому что он такой наиболее удобный. Вот. Можно рисовать наконечником долото даже на этом стаканчике, но единственное только что, тогда ставьте на носик его, да, потому что если вы начнете вот так вот штриховать, будет очень широко. Вот, и смотрите, маркерные чернила немножко растекаются, да, то есть они заходят, особенно если вы долго держите маркер на поверхности бумаги, тем более, что здесь бумага не специализированная, могут чернила немножко растечься. Ну, с этим как бы приходится смириться, ничего ужасного в этом нету. Если где-то совсем уж будет что-то неаккуратно, да, мы тогда просто потом подправим, ну, в общем, чем-нибудь подправим. Я теперь беру светло-серый, у меня это TG8, немножечко им прокрашу вот эти вот светлые декоративные части. Вот смотрите, здесь, да, тоненькая, очень тоненькая была полосочка, здесь маркер растекся сразу по ней. Ну, ничего страшного. Так, можно по рамам сразу пройтись с этим светло-серым. И смотрите еще, в чем преимущество, ну, как это сказать, в чем бонус того, что вы начинаете работать со светлых самых оттенков. Светлые оттенки, даже если вы вдруг залезли куда-то не совсем туда, куда хотелось бы, их очень легко потом перекрыть. Да, то есть если вы ярким нафигачили сразу зеленым, да, вот как здесь, например, у меня затекло на ту часть, которая должна была бы быть светлой, да, все, это уже как бы не вытришь оттуда. Вот если бы был светлый очень цвет, да, как вот здесь светлый зеленый, ну, немножечко затек и как бы особо картину не испортил. Так, давайте теперь зальем окошки. Смотрите, для верхних, для вот этого вот яруса я возьму голубой, потому что там ну, то ли там зашторено, не то ли что, там, в общем, как будто бы отражается небо. Я залью их голубым для начала. Смотрите, здесь, опять же, аккуратно, да, потому что детали уже пошли мелкие прям совсем. И если вы будете долго держать маркер на поверхности бумаги, у вас просто очень много чернил выльется на лист. Ну, не на лист, да, на стакан в нашем случае. Вот, и может растечься достаточно сильно. Нижние ярусы я сразу, нижние ярусы окошек я имею в виду, дать вот эти вот и дверку, я сразу буду заливать темным серым. Я сейчас возьму TG5, но это как бы средний из тех, которые у меня здесь есть, да, у меня есть еще более темные, вот этот, например, вот, но я сразу сделаю достаточно темную внутренность окошек, чтобы показать глубину пространства. Смотрите, чем удобен наконечник кисти, опять же, да, на мой взгляд, тем, что можно прям, ну, для этого требуется, конечно, некоторое владение рукой собственной, да, то есть стабильность. Но, тем не менее, можно прям совсем тоненькие линии делать, да, если минимально нажимать на маркер. В случае с наконечником пули там, ну, сложно контролировать толщину линии, да, то есть там в любом случае она получится довольно такой стабильной, хоть и более или менее тонкой, но тем не менее стабильной. Сейчас я уже прохожусь по теням немножко. Смотрите, на окнах при дневном освещении будет тень сверху, да, как бы под рамой. Я вот сейчас ее и делаю. Так, здесь прорисуем темные тоже места. Смотрите, желательно делать окошки более или менее разнообразными, да, то есть не заливать их все абсолютно одинаково, а как-то жизнь туда какую-то добавлять. Для того, чтобы смотрелась не как, ну, какая-то механическая раскраска детская, да, для того, чтобы выглядело, как будто там реально разные люди живут и что-то разное делают. Так,
Смотрите, формат особо не позволяет нам разгуляться там в текстуре, во всякой детализации очень мелкой, но тем не менее по теням мы пройдемся. А, вот эту дверь я еще забыла. Пусть она тоже будет серой. Так, давайте сразу вот здесь дадим тень. Вот в этом элементе тоже. Так, вот под этой полоской пускай тоже будет тень небольшая. Так, сейчас возьмем темный серый. У меня это TG3. Так, и чуть затемним вот эти места. Смотрите, когда вы работаете вот с этим, как это сказать, когда вы задаете глубину пространства, очень важно сделать именно, ну, как сказать, создать вот эту тоновую градацию, да, то есть, чтобы у вас рисунок не выглядел плоским, нужно, чтобы где-то было прям темно-темно, а где-то было, чтобы светло-светло. Да, то есть там, где свет, оставляйте свет. Там, где тень, задавайте тень. Потому что сразу, как только вы задаете вот эту глубину пространства, сразу у вас рисунок становится объемным. Если бы все это было такое ровненькое, достаточно, да, бледненькое какое-то, тогда бы выглядело все плоско. Сейчас можно взять самый светлый серый еще и немножечко добавить, ну, можно сказать, текстуры, да, вот по зеленому. Немножечко оживить зеленый вот этот вот цвет. Я сейчас не обращаю внимания особо на референс, да, то есть я не пытаюсь там повторить какие-то скопления пыли, которые есть на фасаде этого дома реального. Я делаю просто... чтобы на моем рисунке это выглядело чуть поживее. Примерно так. Так, еще я забыла тень, темную самую тень добавить вот сюда, в нижнее окошко. Так. Ну, и давайте вот здесь тоже добавим ее. Так, теперь давайте следующий домик. Давайте вот этот вот персиковый. Так, я возьму оттенок О43 для фасада. И точно так, смотрите, какой он яркий. Да, можно взять что-то более приглушенное, если хотите. Значит, смотрите, когда вы работаете с цветом, лучше начинайте с таких наиболее крупных цветовых пятен для того, чтобы вам сразу понять, насколько у вас будет разброс по тону, да, где свет, где тень. И, ну, это как бы моя рекомендация, да, мне кажется, что лучше не уходить в проработку каких-то маленьких деталей на начальном этапе, потому что вы рискуете, я не знаю, просидеть полчаса над прорисовкой очень детальной какого-нибудь маленького окошка, да, а потом добавить цвет в стену и понять, что, блин, что-то не хватает тоновой глубины в окне, и придется все это переделывать. Лучше примерно равномерно поначалу распределять свои усилия, чем потом переделывать работу, на которую вы потратили много времени. Смотрите, формат, опять же, да, у нас маленький очень, стаканчик небольшой. Поэтому нужно аккуратно работать. Здесь очень много мелких деталей. Если вы будете сильно нажимать на маркер и, как это сказать, много, ну, долго держать наконечник на стакане, да, у вас просто очень много чернил впитается и все растечется.
Если вдруг вы какой-то элемент, который должен быть белым, перекрыли случайно маркером, ничего страшного. Потом на финальном этапе можно будет это подкорректировать белым каким-нибудь кроющим материалом, ручкой или маркером акриловым, или на худой конец краской акриловой, или там гуашью, или чем угодно. Короче говоря, чем-нибудь белым и кроющим. Так, смотрите, нижний ярус, он более яркий, а я закрасила его тем же самым цветом. Ну, сейчас добавим, значит, туда более яркого оранжевого. Это у меня оттенок О42. Смотрите, когда подбираете маркеры, вот у некоторых производителей очень удобная линейка, вот этот буквенно-цифровой код, да, вот у скетч-маркеров, например, смотрите, О42, О43, это одинаковая, вот это одинаковая буковка, одинаковая первая цифра. Это значит, что маркеры из одной, как это называть, семьи. Да, то есть вы можете на этот код ориентироваться и подбирать таким образом оттенки, которые точно будут сочетаться между собой. Далеко не у всех производителей такая удобная нумерация, но вот у скетч-маркеров как раз такая. Так, фон мы залили, теперь давайте окна. Опять же, верхние ярусы сделаем, верхние ярусы зальем голубым, чтобы создать там иллюзию того, что небо отражается. Так, какой дом-то? Вот. У меня это, кстати, оттенок B23. Так. Так, теперь я возьму светлый серый. TG8 опять, которым мы уже работали. Ой. Так, и тонирую вот эти светлые детали, декоративные. По низу тоже им пройдусь, и вот по этой арке тоже. Так, теперь возьмем более, немного более темный серый, средний. У меня это TG5. Или какой? TG6 еще вот есть. Давайте шестерку сначала. Ну и продолжаем работать с тенями. Так, смотрите, у нас осталось 5 минут до конца эфира. Мы перезайдем и продолжим. Так что не переживайте, мы все закончим. Давайте сейчас прервемся на минутку и чуть попозже начнем вторую часть нашего эфира.
Так, продолжаем раскрашивать наши домики. Мы остановились на том, что мы средним серым, TG6 у меня это, прокрашиваем здесь тени и в окошке добавляем тоже теней. Первую часть эфира мы сохранили, она будет доступна сутки, как обычно, поэтому если вдруг кто-то только что зашел, да, и не понимает, что мы тут делаем, вы можете просто попозже посмотреть первую часть эфира. Так, вот эти окошки я прокрашу сереньким. Как растекается по стакану маркер. Так. Так. Давайте сделаем тут какие-нибудь вывески, я не знаю, пускай они будут ярко-зеленые. Так, возьмем серый маркер потемнее, это будет TG5. Так, еще углубляем тени. Я сейчас уже, на самом деле, на референс особо не смотрю, то есть я рисую, скажем так, как придется. Если вы уже, нарисовали 10 тысяч окошек, да, и рисуете по какому-то референсу, да, вы уже можете примерно представить, как там будут какие тени, как они расположены, от чего они там бывают. Вот, если вы рисуете в самый-самый первый раз, лучше, конечно, обращать внимание на референс, потому что поначалу достаточно сложно понять, откуда там берется какая тень и почему там вот такая вот игра света и все такое прочее. Лучше более пристально и внимательно работать с референсом, чем нарисовать что-то совсем нереалистичное, вот, и расстроиться потом по этому поводу. Так. Возьму еще более темный серый, TG3. И вот здесь в нижних окошках еще затемню. И дверку. Ну и тут пускай. Так. Под вывесками немного пускай будет тень вот здесь по бокам. Так, давайте этот домик пока что оставим в покое. Теперь следующий. Давайте вот этот вот красный. Так, я возьму R112. Это такой средний красный, да, вот здесь на выкраске. Вот он у меня. Все-таки. Да. Здесь такой же красный.
Так, теперь давайте сделаем сразу крышу. Я возьму R81, это вот такой приглушенный коричнево-красный. Им залью крышу для начала. Так, теперь давайте делать окошки. Опять, как и в предыдущих домиках, пускай будет голубой сначала в верхних ярусах. Тех, которые пониже, можно сразу серым. TG5 я возьму. И, так, и вот в этих вот. Ой. Очень сильно по стакану растекается маркер, поэтому тут неизбежна некоторая неаккуратность. Но мы потом постараемся подправить это все дело белой ручкой. Точно так же нижний ярус сразу темным серым. Внутренность окошек. Зальем и вот в этой арке тоже. Так, ну давайте пройдемся по теням немножко. Сейчас я возьму коричневый, красный, красно-коричневый, вот более темный, чтобы немножечко на крышу добавить текстуры. Так, смотрите, спрашивают здесь, сколько стоят эти маркеры. Вы можете написать в директ, и вам ответят все. По ценам на все, как это называть, на все виды маркеров, да, потому что они есть вот, в корпусе с брашем, да, с кистью, с наконечником, есть в классическом корпусе, цена у них разная, поэтому лучше спрашивайте в директ, и вам все подробно ответят. Так, TG5. Опять же, я беру для того, чтобы сделать тени немножечко вот здесь в окошках. Поскольку достаточно сильно растекается маркер, сейчас почти весь голубой тут перекрылся, ну, тут уж как бы некуда деваться.
Так. Теперь давайте возьмем серый посветлее. Так, 5, 5, 6. TG6. Зальем вот это. Оп, он почти такой же, но ладно, окей. Так, значит, мы залили вот этот каменный, как это сказать, каменную декоративную отделку вот эту вот арки. Сейчас мы туда в арку добавим еще более темного цвета, для того, чтобы она отделилась. Глубина сразу темненького добавим сюда. Опять же, я повторюсь, да, что поскольку я уже нарисовала 10 тысяч окон, я могу на референс не смотреть и все равно нарисую примерно похожее на правду. Да? Если вдруг вы рисуете в самый первый раз, лучше смотрите на референс, где там темно, где светло, для того, чтобы сделать примерно реалистично. Сейчас я взяла самый светлый серый, TG8, и немножечко пройдусь по рамам окон. Так, и чуть-чуть вот здесь внизу домик. Так, можно взять TG3 и вот тут в арку добавить, не в арку, точнее, а вот в эту каменную отделку арки, да, добавить немножко деталей. Так, и средним серым TG5 я взяла. Я немножко еще добавлю вот эту каменную, точнее, черепичную текстуру вот сюда в крышу. Кое-где. Не надо особо усердствовать, да, то есть не надо прорисовывать каждую отдельную черепичку, просто потому что тогда у вас, ну, будет очень декоративно выглядеть все это дело. Так, следующий домик желтый. Берем желтый Y23, тот, который посветлее. Заливаем, опять же, основную массу желтую вот эту вот. Так, нижняя часть там совсем такая достаточно оранжевая. Можно взять тот оранжевый, который был у нас вот здесь. Но мне кажется, что он слишком такой ядреный, и поэтому я возьму желтый Y22 и сделаю им. То есть будет такой тут горчичный цвет. И вот эта полоска таким же цветом. И вот здесь. На референсе все это более оранжевое, но я вот решила взять такой горчичный сюда. Ну и вот эту вот крышу тоже сделаем им же. Так, теперь давайте окошки. Опять же, начинаем с голубого. Теперь возьмем серый,
Сначала светлый. TG8. Да куда ты все катишься-то? Что это? Надо какой-то утяжелитель было придумать для него, чтобы не катился. Так, значит, смотрите, по вот этим декоративным, по вот этой отделке, да, на доме пройдемся с светлым самым серым, по рамам. Здесь тоже. Поскольку серый светлый, я достаточно быстро все это делаю, да, то есть если бы я сейчас взяла сразу темный, то я бы гораздо более аккуратно им действовала. Так, теперь средний серый возьмем TG6, добавим его по теням. В окошке. Смотрите, я забыла упомянуть о том, что на референсе освещение достаточно рассеянное, да, то есть не видно четких теней, но тем не менее, ну, читается объем, да, это происходит потому, что глаз наш — это совершенное оптическое устройство, да, то есть он очень хорошо считывает пространство, глубину пространства при любых, как бы, условиях освещения, да, но... Поскольку мы рисуем, к тому же это еще и не реализм, а скетч, он еще у нас упрощенный, да, стилизованный, нам нужно создать вот эту вот иллюзию пространства, поэтому тени на скетче должны быть более ярко выражены для того, чтобы понятно было, да, что здесь вот как бы объем есть какой-то. Вот. Я сейчас, поскольку у нас такая круговая композиция, да, я ну, условно считаю, что тень у нас на каждый домик падает сверху справа. Да, соответственно, по левому, как бы по левой границе выступающих объектов будет у нас будут затененные места. И под выступающими объектами, соответственно, тоже. Выступающими, точнее, частями, да, например, декоративные отделки и так далее. Так. Я немножечко вот здесь по нижней границе домика сделаю тоже затенение небольшое. Так. Теперь давайте возьмем более темный TG5. Серенький. Добавим им... Эфир, предыдущая часть, да, первая часть эфира уже сохранена. Ее можно будет посмотреть в течение суток в профиле, с которого сейчас идет эфир, да, в профиле SketchMarker. Sketchmarkers Club. Вторая часть эфира тоже будет сохранена. Вот, то есть вы можете сейчас просто смотреть, что мы тут делаем, да, а потом в спокойной обстановке самостоятельно все это повторить. Либо можете рисовать синхронно со мной. Так, последний домик у нас остался. Он на референсе ярко-красный. Я возьму О22. Оп. Закрашу. О, прямо такой красный-красный. Класс. Так, здесь еще и шов. Вот со швом аккуратнее, потому что, скорее всего, если вы здесь плотно ко шву прижмете маркер, то он потечет прям таким пятном. Может растечься довольно сильно, поэтому аккуратнее обходите его.
меня уже рука затекла. Так. Вы, кстати, вообще успеваете одновременно со мной рисовать или нет? Насколько темп вам подходит? Напишите, пожалуйста. Так, с фоном, точнее, с заливкой этой большой мы закончили. Теперь давайте окошки. Куда делать? Вот, опять же, те, которые наверху, для начала голубым тонируем. Можно, кстати, если хотите, будет потом в небо добавить этот же голубой. Прорисовать небо. Так, теперь берем серый TG6. Сразу пройдемся по теням. В окошке сразу добавляем тень. Вывеску я, пожалуй, тоже серым закрашу сейчас. Здесь окошки. Им же. И дверку им же. Кстати, смотрите, если у вас ограниченная какая-то палитра маркеров, да, ну там, я не знаю, всего штук 10, это часто может вам даже, ну, как сказать, это может быть скорее плюсом, чем минусом, да? Если, конечно, у вас не такой набор, знаете, где ярко-желтый, ярко-красный, ярко-зеленый там и так далее, да? Вот в этом случае, конечно, тут проблематично создать реалистичную картинку. Но если у вас, скажем, 10 маркеров,
которые хорошо, оттенков, которые хорошо сочетаются между собой и которые можно использовать для реалистичных каких-то картинок, да, то есть это не какие-то ядреные цвета, которые мало где могут пригодиться. Ограниченная палитра очень часто помогает создать такую цельную картинку, да, то есть если бы, например, я сейчас делала вот эти все дверки там разных оттенков коричневого, да, то, возможно, у меня бы не было такого ощущения, что что-то какой-то странный эффект получился. Какой-то... Похоже, что серый маркер немного размыл желтый и... Ой, немного размыл красный, и получился такой желтоватый немного оттенок. У меня сейчас 1, 2, 3, 4, 5... Да, 15 штук. 15 оттенков маркеров. Так. Я сейчас углубляю тени. Так, а что я говорила про... А, про ограниченную палитру. Короче говоря, не надо стремиться скупить сразу 200 маркеров себе там, я не знаю, или 300, или по максимуму, да, продать почку и купить все оттенки, которые только есть. Вот, ну, это скорее вам дополнительные сложности создаст, особенно если вы новичок, и вы не очень хорошо умеете выбирать подходящие друг другу цвета и так далее, да, то есть если для вас это такая... Ну, тоже такая своего рода проблема. Подобрать сочетающиеся оттенки. Лучше купите себе там 10-15, ну, 20 там, может быть, да, оттенков, которые очень хорошо сочетаются между собой, которые универсальны. В первую очередь, это такие какие-нибудь приглушенные и бледные. Бледные, я имею в виду, ну, вот такие светленькие совсем, да. То есть не вот такие вот оттенки яркие, а именно светленькие. Их можно хорошо сочетать между собой, и все их можно, по сути дела, затенять там серым, допустим. Вот. А как основную, ну, основу, да, цветовую использовать разные вот эти вот бледненькие. Потому что если вы накупите ярких, и вы их просто, ну, не сможете между собой сочетать. Вот. И если вы обдуманно купили 10-15 маркеров, вы ими можете рисовать вообще все, что угодно, по сути дела. Так, мы почти закончили. А у нас есть белая ручка? Нету. Так, сейчас тогда я достану. В общем, любуйтесь пока что стаканом. Ой. Так, белая ручка. У меня это Sakura Jelly Roll 0,8 толщина. Можно использовать, по сути дела, любую гелевую ручку, но я советую купить сразу хорошую, потому что она будет кроющая, да, она как раз вам даст нужный эффект. Я сейчас этой белой гелевой ручкой немножко вот эти вот подтеки, там, где они не нужны, я их, как сказать, в общем, подправлю тут более аккуратно. Сделаю светлые места, высветлю, обратно верну в свет. Потому что бумага на стакане, конечно же, для маркеров как бы особо не предназначена, да, поэтому тут немножко все подрастеклось. Смотрите, я сейчас этой белой гелевой ручкой просто прохожусь по тем местам, где сильно растекся маркер или где нужно сделать вот эти вот рамы, например. И смотрите, есть такое, я недавно столкнулась с тем, что некоторые люди, ну, начинающие скетчеры, да, те, кто учится рисовать, они почему-то думают, что белая гелевая ручка — это какой-то мухлёж. Ну, нет, все тут в порядке, да, маркер — это такой материал, который
достаточно сильно растекается. Плюс, если у вас какие-то мелкие, да, светлые объекты, вам, ну, будет крайне сложно оставить изначально их белыми. Да, поэтому ничего зазорного в использовании гелевой ручки белой нет. Ну, или других любых кроющих материалов, да, каких-то белых для создания бликов. Ну, единственное только, что не надо намеренно закрашивать все белые места темным, да, а потом все это пытаться вернуть белой ручкой. Потому что это как-то странно немного. В этом нету смысла. Так. Следующий домик. Это на самом деле уже финальный этап. Смотрите еще, в чем фишка. Если вы используете какой-то белый материал, например, если это вдруг карандаш, да, который, ну, мягкий какой-то, да, у которого грифель тут будет. Если вы используете карандаш и ручку, например, то сначала вы работаете ручкой, потом карандашом. Если вы хотите... Ну, давайте сразу объясню, почему, да, потому что у ручки забьется наконечник, она просто не будет дальше работать. То есть вот это... пишущий узел, да, он забьется просто, вот этот вот шарик, он не будет крутиться, поэтому ручку можно будет выкинуть спокойно. Если вы работаете белым карандашом, то делайте это, опять же, на финальном этапе, после того, как вы закончили работать маркерами, потому что если вы маркерами пройдете по карандашу, скорее всего, маркер размажет грифель, и, ну, вот этого эффекта высветления как бы как не бывало. Вот, поэтому... все вот эти вот инструменты, которыми вы возвращаете какие-то белые места, да, которыми вы делаете блики, там, ой, тут немножко кривоват у меня вышло, но это все финальный этап. Ну, по той же логике можно работать и цветными какими-то линерами, да, то есть не обязательно белым. Ой, вот тут вообще все растеклось красный. А еще, кстати, есть такая фишка, что красные с красным пигментом маркеры, они почему-то потом со временем впитываются в чернила вот этой ручки и становятся вместо белой линии, например, она розовой. Но это от этого как бы никуда не деться. Это вообще любые. Ну, то есть это не вина каких-то маркеров определенных, да, то есть или там каких-то конкретных ручек и так далее. Это просто любые маркеры. Почему-то вот именно красный пигмент, он очень впитывается хорошо. И получается потом как бы вот этот вот эффект высветления, он пропадает. Поэтому если вдруг вам надо сфотографировать что-то, да, лучше фоткайте сразу после того, как вы белой ручкой все это прокрасили. Так. Мы почти закончили, на самом деле, уже. Сейчас прорисуем вот эти рамы и... все. Так, ну, здесь сделаем, видишь, там какие-то буковки. Так, ой-ой-ой, следующий домик. Так, ну и смотрите, чем светлее маркер, да, тем
меньше смысла его перекрывать ручкой, потому что она хорошо заметна на темном, а на светлом она, ну, как бы весьма легкий дает эффект. Можно, конечно, повысветлять немножко, но не особо это будет заметно. Так, и последний домик у нас остался. Спасибо. Так. Ну вот, собственно, все. Вот такие получились у нас домики разноцветные, яркие, весенние. Вот, вот наш стакан. Всех с наступающим праздником. Очень приятно было с вами вместе порисовать. Я напомню, да, что меня зовут Саша Подосиновик. Я сегодня в гостях у компании Sketchmarker. Вот мы рисовали маркерами Sketchmarker, подбирали тут прям в студии оттенки. Вот. Всем спасибо.